Доклад по итогам ЧС в Норильске. Сегодня в законодательном собрании прошло заседание комитета по рассмотрению доклада и о причинах и последствиях разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. В нем итоги работы специальной комиссии, экспертные заключения и результаты рабочей поездки народных избранников в Норильск на место ликвидации аварии. Доклад большой, 97 страниц, но я уверен, что 95% депутатов его не читали и не могут к нему отнестись, поэтому сегодня мы собираем комитет и членов депутатской комиссии для того, чтобы они изучили доклад, внесли предложения и через месяц на комитете рассмотрели вопрос о докладе, какие есть изменения, какие дополнения, какие замечания и подготовить документ для вынесения на сессию законодательного собрания. Напомню, после аварии в Норильске депутаты законодательного собрания создали специальную комиссию, которая провела собственное расследование чрезвычайной ситуации. Народные избранники выезжали на место, чтобы своими глазами оценить ущерб, нанесенный Заполярью. Они проверили, как выполняются работы по ликвидации последствий и поговорили с представителями коренных народов Севера. Комиссия депутатского расследования, мы вылетали туда, ходили по побережью, как реки Далдыкан, Амбарная, так и по берегу озера Пясино. Мы видели, что там проводится огромная работа. Вот. И мы все не экологи, не специалисты, но можем судить только по фактам того, что мы видели своими глазами, трогали своими руками. Там, да, работа идет огромная, но еще раз говорю, что будет ли от этого эффект или не будет, ну, такой не было, по крайней мере, ни в советской, ни в российской практике ликвидации чрезвычайных происшествий.